Всем привет! Сегодня я расскажу вам о электромобиле RedSpace EV. Поехали! Он разработан Крисом Бенглом. При своей компактности обеспечивает сидящим внутри непревзойденный уровень комфорта жилого дома, который удивляет целым набором передовых решений. Прежде всего, это, конечно, дизайн, выполненный в довольно оригинальном стиле с угловатыми формами. Далее, компактность и универсальность. При общей длине всего 2,97 метра автомобиль имеет 4 полноценных места. Более того, пассажиры могут себя чувствовать здесь как дома. Ведь салон можно трансформировать как душе угодно. Спинки передних кресел сделаны складными, превращаясь в удобные столики. Поражает и очень широкий диапазон регулировок передних сидений в продольном направлении. Руль сделан от KitDin, что делает перемещение по салону более удобным. В недрах приборной панели скрывается 17-дюймовый цветной монитор, который выдвигается на стоянке и используется для просмотров видео или как игровая приставка. Машина также комплектуется дополнительным сиденьем, которым можно воспользоваться на стоянке. Такая супертрансформация салона неспроста, ведь Крис Бенгл считает, что львиную часть времени водитель и пассажиры проводят не в движении, а в стоящем автомобиле. Что же касается электрической части, то технические характеристики особенно не разглашаются. Утверждается, что электромобиль имеет самый быстрый в классе разгон от 0 до 50 км в час. Максимальная скорость достигает 120 км в час. Лучший и радиус разворота. Аккумуляторы расположены под полом. Интересно, подзаряжаться они могут и с помощью солнечных панелей, которые занимают всю поверхность крыши. А теперь самое интересное. Заказчиком машины выступила китайская корпорация, которая с помощью компании RedSpace хочет заполонить местный рынок универсальными электромобилями. На сегодня все. Спасибо за просмотр. В предыдущем видео я рассказал о 7 красивейших местах, где обязательно нужно побывать каждому. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!